Вчера ко мне приходил Иван Саныч, спинку правил заново. Что я хочу вам сказать? Я безумно люблю свою жизнь и отдаюсь полностью всем проектам, в которых я принимаю участие. Но в какой-то момент просто понимаешь, что самое главное — это здоровье. И когда ты чувствуешь, что твой организм уже просто не справляется, просто я себя уже заставляю сейчас и кушать, и спать. Хотя, знаю мой характер, я бы уже в 10 утра была на льду, но, если честно, уже просто очень, очень тяжело, очень.